Трехдневный турнир спасателей подходит к концу. Лучшей на всех этапах становится команда «Бобруйск-2». Наши огнеборцы в очередной раз показывают высокую физическую подготовку. Заветный кубок капитану лично вручает мэр города. Первые из первых. На второй строчке располагается Гродненское областное управление МЧС. Третье место у команды «Бобруйск-1». Победителям вручают медали, дипломы и ценные призы. В зале стадиона «Спартак» награждают и лучших спортсменов в личном зачете. Позади соревнования по волейболу, пожарному спорту и мини-футболу. Самое главное, я считаю, что победила дружба. И участие в этом турнире приняло 12 команд, около 100 человек. И отрадно, что две команды было с Российской Федерации, это Калининградская область и наш город побратим Наро-Фоминск. Турнир пожарных спасателей уже в 19-й раз собирает на Бобруйской земле огнеборцев из разных уголков страны. Среди участников представители Гродно, Бреста, Новополоцка, Речицы и Минска. Здесь же члены сборной команды Беларуси и России по пожарно-спасательному спорту. Была напряженная, серьезнейшая борьба. И вот в очередной раз бобруйчане доказали, что они могут быть сильнейшими. Это отрадно, приятно, ну и самое главное, говорит об уровне подготовки. Наши бойцы успешно справляются с любыми угрозами. Пропавшие в лесах, тонущие на воде, застрявшие в машинах после аварий. Их фирменное отличие – беспримерное мужество, высокое мастерство, ежедневный риск и настоящая доблесть. Только в Бобруйске в прошлом году сотрудники МЧС спасли 17 человек и ликвидировали 101 пожар. Ольга Васенко, Максим Галионко, Бобруйск 360.